Приветствую вас, дорогие наши зрители. 27 августа вышла игра Кости Слизи. Это ролевая игра для вечеринок, в которой вы решаете сражение, играя Илья Чик Дайс. Создайте собственных персонажей, играйте в мини-игры, разрабатывайте боевые стратегии, отправляйтесь уничтожать зверей с Пегрона. Если не ошибаюсь. 82 рубля в самом данном момент стоит, достаточно нетребовательно, очень простенько, обычно. Ну и как всегда, отсутствие русского языка. Потом предлагаю перейти сразу в New Game. Давайте создадим персонажа. Пусть будет вот такой пиздюк. Черноволосый. Что еще могу сказать? А, сейчас он там есть еще больше кастомизации. Так, это у нас глаза. Давай сделаем такие. Так, брови такие. Тоже будет черный. Voice. Pitch. Как рыбка может разговаривать, я понял. Так, давай, хер с ним, так пойдет. Ага, постоянно улыбается. Так, туловище. Пусть будет тоже черное. Так, золото. В Япон. И задрот. И это все. Ант. Оружие. Ага, сила. Побольше силы, скорости. Хотите ощутить настоящий дух соперничества? Проверить свою реакцию? Провести слаженные командные действия, чтобы победить? Тогда это моба-игра для вас. Теодар – российская игра в жанре 3D-моба, вобравшая все лучшие механики зарубежных аналогов. Множество разнообразных игровых режимов позволяет объединить от 2 до 24 игроков на локации одновременно. Здесь есть где разгуляться для прокачки и изучения красивейших игровых просторов. В бою используется система без прямого выделения объекта мышью Non-Target. Эпичное сражение, осада замков, разнообразные истории, персонажи, множество типов брони и оружия. Все отлично. Select. Combo fight. Так, так, так. Здесь выбираешь 10 XP. Угу. Ага. Эх, сколько здесь выбирать надо? Ладно. А, ну, видимо, все. Так, а как начать финиш? А, все, вот он. Start her, go. Ну. А, ну вот он, все, несколько персонажей можешь создать. Так, что у нас тут? Это типа... Центр старт. Типа футбола, что ли? Так, подожди. Ну, я подходил, допустим. Че ничего не происходит, управление? Ничего не работает. Выбираем Winter Select. Так, пресс-бар. Новое. Ага. Так, атака. Да. И японский 40 будет. И посмотри, сколько они тут понаделали, получается. Давай ее перекинем. На. Минус 9. 4. Атака. А, ну того-то я как бы типа убил. 6, 4. Гоу. 25, это неплохо, да? Так, что у нас здесь? Сила плюс 5. Так, армор. Вообще ничего не одето. Так, мы есть магазин, 260, мы можем купить так, купим хотя бы легкую броню, 170,
окуляр. Лук. Ну пока хватит. Теперь. Да хорош назад. Армор. Вот. Экипировать оружие. И экипировать броню. Другое дело. Так. А, это можно переделать или либо добавить еще одно, я понял. Ну пока я вроде и так готов. Давай погнали. Ух ты, пиздюков сколько. Здесь тоже какая-то игра типа идет. А, на скорость? Это мне на скорость? Успел. Так, ладно, давай начнем, да? 6, 4. Ну что, выходит? Девять штук, серьезно? А, ну у него защита, ну плюс у меня, ладно. Единственное, что не слышит. Че без глаза? Ух ты, 5, 5, 4. Смерть. Осталось 2 лучника. А сколько у меня хп уже осталось? Сколько у меня? Ну, этих вообще по 5 хп. По сути, я убью сразу. 6. 6, 2. Смерть. Отлично. Так, и выбираем атаку, и выбираем, да это нахрена мне надо, вот этого типа, лес своеобразный на самом деле. Но здесь мало нанесу, может быть убью, но не факт, а, ну все, отлично. 150 бабосов. Я думаю добавить юнита, еще одного юнитика добавить. Так, рандомно, да, вот эту бабу добавим. Пусть будет так, и будет так. Назовем ее как-нибудь. Так вот. Ну пусть она будет ментал, социал, спид, ну и немного силы добавим. Атрибутики добавим так, и типа. Все, select. Да хорош, ну выбирай уже нахрен. А, ну вот видишь, как раз все, еще одна баба есть. А что у нас тут? Да, 200 баксов, все. Давай купим атаку вот так же. Блин, а ей бы хотя бы тогда лук или что-то такое. Как бы ближний у меня есть, пусть будет дальний. Бинокуляр. Вот так, арма. Экипировать. Экипировать. Ага. Я понял, это тоже, да? Фант. Проси. А, ну все, тебе могу. Прекрасно. Бинокль и... как говорится, этот. Так, вот здесь уже, смотри, уже помощь. Вот здесь немножко не могу понять. Так, давай, слушаем. Не, ну, по сути, я же пробью. Да. Он пиздюка сейчас запинает, отвечаю. Смотри, сколько. Еще плюс лучше. А где... А где... Я не добавил лучника своего. Они ж помогут. Да.
Вот, мне нужно выбрать сюда и еще выбрать просик. Все отлично. Посмотрим теперь как. Здесь какие-то змейки. Кто больше сожрешь? Бля, тяжко. Это вам не на Nokia играть, ёпта. Я ничего сожрать не могу. Ёпта, мать. Так, а может это? Понятно. Что ни хрена непонятно. Управление очень тяжелое змеей, на самом деле. Так, у меня есть еще скиллы. Я думаю, ее не убьют за раз. 4 хп всего отнимает, охренеть. Бинокль. Лучница убьет сейчас. Хотя, может, и меня. Так, давай убьем лучника. 6-4-2. Вроде даже нормально, так это 4 хп. Давай тогда вот это убьем. Война больше. Так, а чем лучника? 9. Все, минус 1 у меня. Минус 2. Вот так вот. Ясно. Жопа. Очень, на самом деле, своеобразно, никогда такого не играл. Объединили в себе все величайшие игры, даже прокачку. Супер РПГ, братан, это сделано, но опять же, у него масса отсутствия русского языка, в таких играх, РПГ без русского языка, это вообще нет. Сложно, на самом деле. А, здесь можно, вот, посмотреть, здесь прикольные игры. Тут еще гонки есть. Ну-ка, давайте посмотрим, что за гонки. Ну. Чуть-чуть. Бля, управление есть, конечно, близко. Смотри, оп, ты в замусе. Да хорош. Да чтоб тебя. Он меня обогнал или нет? Да хорош, одним ударом обязательно ставить. Причем камера вообще непонятно как. Нажимаешь влево, он вообще тебя кидает другой. Страшно, очень страшно. Я всех не знаю, что это такое. Это чистая игра на любителя, тут вообще нет слов. Я считаю 13 бессмысленных минут потраченных зря. Чисто на любителя. Поэтому в любом случае не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Всем спасибо, всем пока.